Я давно слышал о великом мастере Джане, поэтому хочу пригласить вас на северо-запад, глава северо-запада. Учитель, этот пир просто ловушка, не ходите туда. Пир, ловушка? Тогда определенно стоит поехать. Возвращайтесь и скажите своему хозяину, чтобы готовился. Я буду через 3 дня. 3 дня спустя. Почему этот особняк похож на дворец? Этот глава северо-запада собирается стать императором? Вы не понимаете, северо-запад далеко от столицы. Теперь глава северо-запада император этого региона. А как насчет местного правительства? Говорят, что глава северо-запада настолько могуществен здесь, что даже местное правительство и армия стараются не связываться с ним. Вот же черт, разве это не похоже на мафию? Если вы не поторопитесь, то можете обидеть главу своим опозданием. А? Заткнись и иди за мной! Вот негодяй! Раньше ты был таким скромным, а теперь стал таким высокомерным! Ваше Величество, Джан и остальные прибыли! Этот человек, он и есть глава Северо-Запада. Ты, должно быть, и есть великий мастер Джан из города Юньвэ. А ты, должно быть, глава Северо-Запада. Эй, как смеет такая мелочь, как ты, так разговаривать с главой Запада? Владелец школы боевых искусств Северо-Запада, Лай Цзиньде. Кто ты, черт возьми, такой, толстяк? Как ты смеешь так разговаривать с молодым учителем? А как ты меня назвала? А ну-ка еще раз посмотри. Толстяк, толстяк. Ай, девчонка, ты хочешь умереть? И что, ты находишься на поздней стадии этапа трансформации? Пилюля возвращения. О, пространственное кольцо. Откуда оно у него? Он всего лишь на первом уровне мастера. Съешь пилюля, чтобы одолеть его. О! Да, учитель! Процветание неба и земли! Горящая казнь 9 оборотов! А, чего? Горящая казнь 9 оборотов? Не ожидал, что эта девушка сможет умело использовать горящую казнь 9 оборотов под усилением пилюли возвращения. Мастер Лай, будьте осторожны! В прошлый раз мы понесли большие потери от этого ужасного пламени! Ха! Простое притворство! Разве маленькая девчонка может ударить сильно? Горящая казнь 9 оборотов! Ледяной кулак! Да как же это так? Это пламя теснит мой ледяной кулак. Чего? Ледяной кулак? Это одно из величайших умений мастера Лая, но он проиграл. Мастер Лай, вы в порядке? Мастер Лай мертв. Живо, схватить их! Эй, давайте успокоимся и мирно поговорим. Убьем их, отомстим за смерть мастера Лая. Да, убьем их всех. Стойте. Я, Лу Тяньлун, пригласил мастера Джана, чтобы заключить мир. Мастер Лай не должен был нападать на наших гостей. Это грозное пламя
должно быть, передалось ей от этого великого мастера Джона. И это пространственное кольцо. Этот великий мастер Джон непрост. Великий мастер Джон, мы можем поговорить? О чем ты хочешь со мной поговорить? Нас окружили твои люди. Разве так общается с дорогими гостями? Разойдитесь! Так-то лучше. Мой учитель не любит обсуждать дела стоя. Почему еще никто не принес ему стул? Ах ты! Принесите великому мастеру Джона стул! Что за дерзость сесть прямо напротив нашего главы? Эй, Мулет, мы проучим тебя! Ты думаешь, у нас на северо-западе нет никого, кто бы мог это сделать? Если не хотите умереть, то уходите! Ух ты! А, рука гепарда! Рука гепарда! Это движение настолько быстрое и смертоносное, что, боюсь, только глава северо-запада сможет его отразить. Сильнее мастера Чен в этой комнате только глава северо-запада. Этот парень мертв. Всего великий мастер? Ты слишком слабый. Мастер Чен был убит одним движением. Все те, кто встанет на моем пути, умрут. Быстрый! Учитель! Прекрасно! Наконец-то глава северо-запада нанес удар! Почему он так быстр? Он же всего лишь на полпути к мудрецу! Уже жалеешь о своем решении? Я хотел дать тебе шанс на жизнь, но ты вместо этого убил двух моих людей! Проклятие! Если великого мастера Джана убьют, то мы последуем за ним! Нет! Великий мастер Джан не может умереть! Не могу поверить, что этот парень не знает, что у главы северо-запада есть прозвище «Повелитель скорости». По скорости он один из лучших во всем Китае! Повелитель скорости? Как интересно! Учитель! В чем дело? Почему этот ребенок вообще изменил свою внешность? Его аура тоже изменилась. Возможно ли, что он пробудил скрытую силу? Парень, какие бы трюки ты не показывал, ты мне не соперник. Что? Старик, ты слишком медленный. Как и ожидалось от великого мастера Джона, ты довольно стойкий. Однако... Это духовные доспехи короля? Это же уровень святого мастера! Неужели он уже так силен? Этот парень разозлил главу северо-запада, теперь он мертв! Его скорость увеличилась! Успеваешь уклоняться от моих атак? А что ты скажешь на это?
Это... Пространственный кулак! Невозможно! Скорость и сила намного выше, чем у меня! Глава Северо-Запада побежден! Это невозможно! Какая поразительная скорость и сила! Мы не виделись несколько месяцев! Сила великого мастера Джана становится все более и более ужасающей! К сожалению, у тебя сейчас не самое подходящее время для встречи со мной. Глава Северо-Запада снова на ногах! Он никак не может проиграть! Что происходит? Он убегает! Глава Северо-Запада убегает! Монстр! Этот ребенок просто чудовище! Эй, хочешь побегать? Пространственный кулак! Что? Он мертв? О нет! Король умер! А ну заткнулись! Лу Тяньлун мертв! Теперь глава Северо-Запада! Он! Все, кому это не нравится, могут выйти и бросить вызов моему хозяину! Да здравствует глава Северо-Запада! Да здравствует глава Северо-Запада! Просто называйте меня Великий Мастер Джан. Этого более чем достаточно. Да, Великий Мастер Джан! Да, Великий Мастер Джан! Мастер, ты попал на первую полосу! Где? Вот, посмотри! Интернет-форум боевых искусств. Союз древних боевых мастеров города Юнле убил главу Северо-Запада. Срочные новости. Глава Северо-Запада умер? Глава Северо-Запада мертв? Невозможно. Он был на уровне святого мастера. Главу Северо-Запада убили за считанные секунды. Есть такой форум? Разве информация о древних мастерах боевых искусств открыта для широкой публики? Мастер Джан даже не знал о форуме древних боевых искусств? Нет, не знал. Учитель, это специальный сайт для древних мастеров боевых искусств. Чтобы войти на этот сайт, нужно зарегистрироваться как член Ассоциации мастеров древних боевых искусств. Поэтому обычные люди не могут получить здесь доступ к информации. Вот дерьмо! Как этот мастер, которому на вид не больше 20 лет, мог победить главу Северо-Запада? Правильно! Это должно быть просто очередная шумиха! На этом сайте есть кое-что интересное. Фэн Хуан, опубликуй там сообщение от моего имени. Что-то вроде глава Северо-Запада сказал, что все здесь идиоты. Любой, кому это не нравится, может бросить ему вызов. И если он победит, то станет главой Северо-Запада. Это именно то, чего я хочу. Отправь это. Учитель, все готово, смотри. Почта. Я глава Северо-Запада. Мне есть что сказать. Здравствуйте. Я глава Северо-Запада. Я ничего против кого-то не имею.
но я думаю, что все здесь идиоты. Так что если вам не нравится, пожалуйста, не стесняйтесь бросить мне вызов. Просто победите меня, и титул главы Северо-Запада будет вашим. Отлично! Великий мастер Джан, посмотрите, уже появились комментарии! Это самозванец, верно? Слишком дерзко! Посмотрите только на аккаунт, он не верифицирован. Самозванец! Вот черт! Эти люди называют тебя самозванцем, учитель! Есть ли способ сделать аккаунт на мое имя верифицированным? Боюсь, что нет. Форум анонимен, и в целях конфиденциальности, и информация на нем анонимна. Мэйджи, принять вызов. Здравствуйте, мой новостной канал, Юнле. Могу я узнать, вы великий мастер Джан? Джан И.